Друзья, мы с вами будем скоро в Казахстане, будем в Алматы, друзья. Если из вас кто-то смотрит именно из Алматы, либо кто захочет из соседних городов просто приехать и поговорить, как правильно приобрести недвижимость в Турции, в городе Алане, либо в Мерсине, друзья, для консультации можем с вами встретиться и поговорить в Алматы, друзья. Так что скоро, очень скоро там будем. Для этого что нужно? Нужно просто записываться, друзья, заранее для индивидуальной встречи. Мы с вами будем встречать и поговорить. Более подробной информации вы получаете, потому что зарубежный недвижимость – это не картошка. Это не баклажан. Очень ответственные решения, друзья, поэтому нужно всю информацию собраться и поговорить более подробно, друзья. Я буду в Алматы, друзья, именно для вас. Так что Казахстан готово. Скоро мы с вами там будем. Давайте, под видео есть мои контакты через Viber, WhatsApp и Telegram. Можете заранее записываться. Так что, друзья, давайте, мы сегодня с вами ничего не смотрели. В конце дня у нас время 17:00. И с вами будем смотреть экономный вариант. Район Махмутлар, город Аланья. И компания Арбатомс приветствует вас, кто нас смотрит. Всем еще раз добро пожаловать на наш канал в YouTube. Огромный олимпийский бассейн и детский бассейн. Есть 4, не 4, наверное, 5... Дом, комплекс большой, это старый турецкий дом, можно назвать, друзья. Так что экономный вариант 2+1, 100 квадратный метр. Сейчас с вами будем смотреть оператор. Так что и смотрим сейчас вместе. Одна хорошая квартира в самом деле. Рядом есть наш офис, рядом есть пекарня. Пекарня или пекарня, как правильно сказать? Пекарня. Пекарня есть рядом продуктовый магазин, дорогие друзья. От и до все городская инфраструктура здесь рядом. Очень интересное место расположения, друзья. Так что и очень важно, что возле забора здесь рядом есть парк. Огромный, большой детский парк, есть государственный парк, вот выход здесь и парк здесь, друзья. Так что место тихо, спокойно место, и много дерева есть. Давайте, оператор, ты первый, и заходим потенку, подъезд. Так что и посмотрим, какая планировка нас ждет. Вот, давайте, давай отключим и внутри продолжаем. Не только сцена хорошая здесь, еще балкон очень большой, друзья. Большой, красивый, чистый балкон. Вот длинный, огромный балкон. 100 метров говорим, мне кажется, это еще больше. Вот в таком месте расположения, друзья. Первый этаж и 100 лир айдат. И напротив детская площадка. Еще здесь есть вот балконе уже лимон, друзья. Вам за лимон ничего не надо оплачивать. Базара не надо идти ради лимона. Огромный вот такой балкон, друзья. Весь квартира балкон получается. Вот такой огромный, большой балкон. Давай, оператор, еще место меняем, чтобы показывать. Здесь еще барбекю есть. Место барбекю здесь. Может что-то пожарить. Давай. Теперь заходим, посмотрим внутри, что нас ждет. Зал с кухней вместе. Вот такой, я вам говорю, это старый дом, но цена и место отлично. 46 тысяч евро, 2+1, друзья, 46 тысяч евро. Как видите, она так продается. В самом деле, вот эта посудомоечная машина, турецкая марка, Арчелик, и вот эта духовка, холодильник, все выходит, стоимость чистая, ухожена. Так что на первом этаже отличное предложение, мне кажется, сегодня действительно 2+1, 46 тысяч евро. Wi-Fi тоже есть, уже телевизор Арчелик, турецкая марка. Так что как есть, так продаются, друзья. Так что детская комната, давай, оператор, покажи, пожалуйста. Два отдельных кровать и шкаф. Так что вот в таком виде она продается.
Друзья, теперь мы с вами перешли куда переходим. Переходим с левой стороны. Вот такой большой шкаф, длинный, широкий большой шкаф. С правой стороны туалет. Вот в таком виде она продается. Напротив тоже шкаф. И давайте еще продолжаем посмотреть. Потолки высокие. Между прочим, еще один санузел здесь, друзья, где родительская комната. Еще один санузел там, душевая кабина. Достаточно большой. Если мебель вам не понравится, друзья, вы можете мебель менять. Мебель — это не самый главный. Главный — место расположения и сцена. Сцена — отличный экономный вариант. Вот такой шкаф. Длинный, большой шкаф, друзья. Отсюда тоже выход есть в балконе. Вот такой оператор показывает вам. Сетка тоже есть. И кондиционер есть. Каждая комната кондиционер. 100 квадратный метр. И 46 тысяч евро. 46 тысяч евро, друзья. Отлично. Мне кажется, очень красивый. Хорошо. Здесь стол. Тоже мебель все есть. Только здесь не хватает. Ничто не хватает. Посуда и полотенце не хватает. Вам придется это покупать. Покупайте сами, господи. Все не надо от нас ждать. Правильно? Почувствуете, что вы покупаете недвижимость. Что-то надо вам покупать. Друзья, что мы с вами смотрели? Смотрели район Махмутлар, город Алания. На первом этаже 100 лир айдат. И 46 тысяч евро. 100 квадратный метр на первом этаже. 2+1. Так что еще раз напоминаю, друзья, мы с вами будем... Где будем, Андрей? В Казахстане. В Казахстане будем. Столица Алматы будем, друзья. Скоро, в начале апреля будем. Очень скоро, если вы хотите информацию получить, как правильно приобрести недвижимость в Турции, именно в городе и в Мерсине, если вам нужно именно жить возле Средиземного моря, для консультации мы с вами можем встретиться индивидуально, друзья, индивидуально. Для этого вам что нужно? Нужно заранее записываться через Viber, WhatsApp и Telegram, друзья. Всем удачи, берегите себя, пока-пока.